сравнивают пауэрлифтеров, ну, например, меня с бодибилдерами. А бодибилдеры, они, ну, вот, они качаются как бы вот на, ну, чтобы выиграть там вот с этими мышцами всякими. А пауэрлифтеры, они качаются на силу, чтобы взять какой-то рекорд. А все это путают, говорят, ну, ты вырастешь вот такой, прям такой, ааа. Тяжелая атлетика и жим, это в корне они отличаются друг от друга. Там все-таки очень большие нагрузки на позвоночник идет, тяжелая атлетика, потому что там рывок, толчок. А в жиме, нет, там, ну, это нагрузки на позвоночник, столб нету. Когда идет развитие мышц грудных, мышц плечевого пояса, мышц спины, я могу сказать, что у него просто не то, что большой, а просто огромный потенциал. Потому что я за столько лет моей работы, я, может быть, таких мальчиков не встречал. И учитывая все в общем, в совокупности, все, можно сказать, и данные, и как бы и тренировки, которые она проводит, я думаю, что, ну, Европа, она может выиграть, скажем, через месяца три. Она выиграет, да.